Подкрепливаюсь хот-догом. Папа там в телефоне сидит. И мама сейчас принесет кофе. Так что мы в Дубно и надеюсь, скоро приедем во Львов. Мы уже во Львове едем вот к нашему отелю, чтобы положить все вещи в отель. Я вам покажу потом отель. Рум-тур сделаю. Вы думаете, Львов, он такой красивый, такие все улочки аутентичные, старые. На самом деле, вот настоящий Львов. Вот. Макдональдс, маршрутки. Обычный город, как Киев. На самом деле, чтобы пробраться к старым улочкам, надо пешком идти. Там будут именно улочки старого Львова, а вот это улочки обычного Львова. Вот это обычный Львов. Все обычное, как Киев. Серьезно. Так что едем в отель. Мы уже заселились? Да. Уже заселились? Сюда надо карточку ставить. Вот заселились уже. Где карточка? Карточка вон там вот я положила. Давай. Мы уже заселились. Уже заселились. Вот все такое очень красивое. Нам попался номер в стиле Осло. Осло это в Норвегии. Вот. Это просто офигенно. Вот люстра, просто тоже офигенная. Вот ковер тоже офигенный. Можно заказать пиццу, можно посидеть дальше. Вот, у меня есть мини-кухня, можно готовить овсянку. Можно готовить овсянку, тут поставить что-то еще. Тут чай, это все. У меня просто всякие штуки. Потом микроволновка. Тарелки, это каталог, это мыло, краник, индукционная плита, это просто супер. Дальше можно кого-то вызвать, чтобы тебе сказали. Сириус, вызови пацанов. Вот, просто офигенные. Тут несколько подушек, это просто супер. Офигенный стол, можно писать. Алло, привет. Вот я. Привет. Вот, офигенный стол. Да, мы доехали, поселились, все хорошо. Офигенные тумбы, зарядки, штуки, вот. Да, это все в стиле Осло. Папа очень любит Осло, он учился в Осло. И вот, самое главное, вид на оперный театр. Если бы мы были в Будапеште или в Лондоне, то вид был бы намного открытый, но если вот так вот отойти, вот так вот, просто супер. На Фейсбуке будет. Это не видно, нет никаких принадлежностей. Это все, это просто офигенно. Ну, как мама сказала, нет никаких принадлежностей, но у нас есть фен, это самое главное. Мыло есть. Офигеть. Ну хорошо, все красиво. Дальше вот туалет. Номер. Офигенный номер просто. С мрамором. Спальня. Мы уже вышли. Оделись. У меня толстовка. Сейчас покажу вам свой лук. Вот такой у меня лук. Розовые джинсы. Толстовка и кроссовки. Мама там идет. Папа у нас такой сейчас. Такой весь на стиле. Надо было шорты одевать. И мама у нас вся на стиле.
Нет? Мама нас все настили, сейчас пойдем кушать. Klappat hakten alla barn, fest, guldfest hela dagen. Eten mjöl från livets grotte kvarn, guldfest, guldfest hela dagen. Små på stort, det har vi alltid gjort, så det är guldfest, guldfest hela dagen. Мама с папой лежат, спят. И вот мои книжечки. Вот их очень много. Дальше мы еще зашли в купальнику. Я не снимала, потому что там было очень темно, и камера просто не передавала видео. Сейчас мы будем собираться и идти потом в Мэг. В какой-то ресторан, я не знаю. Но нам папа зарезервировал столик. И мы будем, типа, праздновать день рождения мамы. Хотя у нее завтра день рождения, но мы будем, типа, с ним праздновать сегодня и завтра. На два дня. Мы собираемся в ресторан идти. Так что будем сейчас в ресторан идти, встречать, есть что-то. Потому что мы голодные. Сейчас я вам лук покажу. Как говорится, один и тот же лук. Толстовка, джинсы, кроссовки и браслет. Один и тот же. И такая же панамка. Так что супер. Я вам не делала обзор. Погуляли. Комната Будапешт под номером 10. Дальше Кёльн идет, потом идет Ференц. Я не знаю, как она читается, так что прочитайте. Потом идет Вена, Венеция, Брюгге, Лондон, Марсель, Краков, Женева. И потом дальше вот там вот еще Ром и всякие разные. Пошли в ресторан. Vad hakten alla barn, fest, guldfest hela dagen. Eten mjöl från livets grotte kvarn.